Для любого зрителя театр начинается с вешалки, а для журналиста – за кулисья. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета смогли побывать там, где обычным людям вход строго запрещен. В рамках учебного пресс-тура будущие журналисты увидели изнутри работу Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Непривычно, когда зал пустой, на сцене работают сотрудники, они танцуют балерины. На наших глазах готовились декорации к предстоящему спектаклю «Капелия». Пока сцена пустая, но скоро она заполнится различными декорациями. Ни один спектакль не обходится без реквизита. В театре оперы и балета он хранится в отдельном месте. Этот кувшин украшает обеденный стол на сцене. А этот герой – спектакль «Щелкунчик». Здесь, в цехе реквизита, каждому найдется игрушка по душе, как взрослому, так и ребенку. Зритель видит на сцене яркие наряды, красочные декорации и украшения. Все это создается кропотливым трудом художников и реквизиторов. Например, на изготовление полотна для спектакля уходит несколько месяцев, а трудятся над ним порядка 10 человек. Все работы выполняются вручную. Ну что ж, декорации увидели, реквизиты потрогали. Остается самое главное – посмотреть на репетицию балета. Начиная с обычных рубашек и заканчивая бальными платьями, вышитые бисером. О такой гардеробной мечтает, пожалуй, каждая девушка. Сюда, в костюмерную, заходят все артисты перед началом спектакля. Такой насыщенный и интересный получился пресс-тур для начинающих журналистов, где они узнали много нового, научились задавать вопросы и работать с информацией. Быть в театре в качестве зрителя и в качестве журналиста, и увидеть всю кухню изнутри, как говорится, это совсем другие ощущения. Атмосфера завораживает, особенно когда заходишь в зал, работа кипит, даже вечером каждый отвечает за свое дело. Вообще эмоции, они нереальные. Во-первых, мне понравилась атмосфера театра, здесь все так загадочно, таинственно на самом деле. Теперь я надеюсь, что буду чаще ходить в театр, посещать это место и получать уже такие же нереальные эмоции в зрительном зале. Яркие декорации, звонкие голоса и пластичные движения танцоров – таким видится балет для зрителей. Но нам выпала возможность увидеть, как все это создается и готовится. И такой закулисный театр оперы и балета нам понравился еще больше. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.